Первый период начали не очень. Были моменты в первом периоде, да, пропустили гол первый. Ну, вышли на второй с другими мыслями, с другим настроением. Просто делали нашу работу и все получалось. Хорошо, что получалось. Хорошо, что выиграли. Почему не сглазить себя в этом сезоне? Получается, много забивать, да? Такие броски убойные, да, получается? В смысле чего? Ну, партнеры выводят меня на бросок, и игрок перед воротами, который делает свою работу, закрывает вратаря. Хороший пас от партнеров, и стараюсь попадать, когда выводят на такие броски. Может быть, новость о вызове, ну, в расширенный список сборной России играет какую-то роль? Ну, знаете, до него там, я не знаю, сколько еще там, полмесяца, но расширенный список. Сколько я знаю, он уже, наверное, за месяц вышел. Но есть команда, где надо выходить, играть и в первую очередь доказывать для команды. Ну, если вызовут, буду очень рад. Но надо доказывать своей игрой, что ты действительно, ну, и достоин быть в расширенном списке.